А вот это наш любимый собачкин магазин. Сейчас пойдем ему покупать вкусняшки. Да, смотри, вот есть новая. Вот отдал. Это медиум. А нам нужны большие, да? Да. Ну вот и да, вот есть такие. Видишь, они же есть для взрослых. Вот для больших собак. Ну, собачья длина, это более 25 килограмм. Это с чем? Ламп — это ягненок с рисом. То, что он не ел в последнее время. Вот есть, да, синие. Но это вот он. Это он. А у вас есть. А вот у вас. А вот это? Это вот этот ты дал. Вот лосось. 1,25 килограмм. Собаки. И нам нужно... Мальчику будет 2 года, нужно уходить от детского корма к взрослому, теперь выбираем. Сегодня будем делать тест кормов мальчику 2 года, поэтому нужно начать давать взрослый корм. У нас есть Бриткер зеленый, это с рыбкой, с лососем, есть синий с ягненком, есть... Чешская фирма, которая Ontario почему-то называется, с 60% говядины. И Brit Fresh с лососем. А вот это его старый корм, юниор еще, тоже с лососем. В каждую миску насыпем по 50 грамм. К нам пришла Кося, тоже будет участвовать. Она очень любит собачьи корма, поэтому она тоже будет участвовать. Так. Давай, круглый. Так, начинаем. 50 грамм в каждую корму. Так, 50? Это был Ontario. Давай, насыпай его в миску, будем ставить. Набираем. И ставим землю. Давай я выверну корм. Так, следующий у нас рыбка от Брита. Добренький. Мика, не лезь. Давай, высыпай. Я держу. Кошка пока ворует корм в это время. Мика. Следующий у нас ягненок от серии Кэн. Брита. Потом лосось тоже в серии Care от Брита. Который он как раз больше всегда у нас любил, ел Бриткер. Но это не реклама кормов. Не, мы можем, конечно, потом предъявить. Но... Да, да.
самый любимый корм, который последние полтора года кушал. Это лосось для юниоров. Кстати, в самую неудобную миску это хорошо. Можно. Баста. Баста, кушай. Выбирай. Ну, правда, он у нас, конечно, не голодный. Кушай. Давай. Баста. Баста. А пару дней назад он его вообще не хотел есть. Так. Я предлагаю забрать, потому что да, это безвестно. Так, что с этим понятно, что будет вторым. Второй будет второй, который по очереди. Он и оттуда взял, и оттуда, да? Сейчас посмотрим, куда, на чем он остановится. Нет. Ну, это явно второй. Хотя вот это салмон. Выбираем. Ну, просто по очереди идет, ребята. Да, ну, он уже все перед этим обнюхал. Да. Так. Ну, тут он точно не хотел. Он и этот уже не хочет. И этот уже не хочет. Уже вырос, все. Все. Не, ему неудобно просто. Ты животный такой. Да, ты такой животный. Так, ну и тортик. И давай тортик теперь. Баста, смотри, что у тебя есть. Баста. Снимаешь? Тортик. Два котика нам. Вот это самый вкусный торт. Молодец. Молодец. Наша умница.